В первую очередь я хочу поблагодарить организаторов за возможность выступить здесь. Лучевая терапия и реконструкция молочной железы «Взгляд хирурга». Тема лучевой терапии при реконструкции молочной железы в настоящее время является весьма актуальной, в связи с чем раньше хирурги подбирали себе пациентов для реконструктивной хирургии с точки зрения стадии заболевания. Подбирали таким образом, чтобы в дальнейшем можно было не проводить лучевую терапию, тем самым снизить риски осложнений лучевого лечения. Сейчас при мощной информационной поддержке пациентки прекрасно представляют себе все виды, все объемы реконструктивных операций и настаивают на проведении реконструктивной хирургии без относительно стадии заболевания. Поэтому зачастую мы обязаны проводить лучевую терапию этим пациентам. Реконструктивные операции проводятся все чаще. Например, в США выполняется более 100 тысяч реконструктивных операций в год. И вот как сегодня уже прозвучало, 80% из них – это реконструкции экспандерами и имплантами. Вот на примере центра MD Anderson видно вот такое вот распределение, причем имеется тенденция к увеличению реконструкции алло-материалами это за последние десятилетия. Почему это происходит? Ну, мне кажется, здесь банально просто. Это все экономически оправданный момент, плюс время работы в операционной, работы операционной. Когда мы выполняем большие операции, большие реконструктивные операции, это используется работа двух хирургических бригад. За то же самое время можно выполнить не одну такую большую реконструктивную операцию, а 8-10 реконструкции при помощи экспандеров и имплантов. Что касается лоскутной методики аутологичной реконструкции, то мы видим, что практически в два раза больше реконструкции свободными лоскутами, и операции на ножке уже утрачивают свое существование. Вот в MD Anderson центре видно, что в основном из реконструкции на ножке используется как раз торакодорзальный лоскут, а такая операция, как реконструкция трем-лоскутом, уходит в небытие. В настоящее время нет рандомизированных исследований в области этой темы реконструкции молочной железы и лучевой терапии, поэтому очень сложно говорить о каких-то стандартах и в лечебной тактике этих пациентов. Поэтому, когда мы готовились к данному сообщению, мы решили построить доклад таким образом, чтобы задать несколько самых актуальных, самых спорных вопросов и в процессе доклада постараться на них ответить. Какие же это вопросы? Нужно ли проводить лучевую терапию больным после реконструктивной хирургии? Увеличивается ли частота рецидивов у больных с реконструктивными операциями? Каким больным проводить лучевую терапию? Когда проводить лучевую терапию, до или после реконструкции? Что предпочтительнее, реконструкция аутологичными тканями или все же алло-материалами? Когда планируется или проводилась лучевая терапия? Какие осложнения ожидать при лучевой терапии? В данном исследовании с прослеженностью 20 лет за пациентами было установлено достоверное улучшение результатов общей безрецидивной выживаемости у пациентов, у которых химиотерапия и хирургическое лечение было дополнено лучевой терапией. Недумпара в 2011 году на достаточно большой когорте пациентов, порядка 700, которые перенесли немедленную реконструктивную хирургию, со средним периодом наблюдения 55 месяцев, статистический анализ не выявил никаких различий в исследуемых группах по частоте местных рецидивов без метастатической общей выживаемости. Что касаемо больных, которым показана лучевая терапия, в настоящее время есть текущие рекомендации NCCN 2016 года, из которых видно, что всем больным с поражением аксиллярных лимфатических узлов показана лучевая терапия на грудную стенку и зоны регионарного лимфооттока. В
В том случае, если нет поражения лимфатических узлов, опухоль стадируется как Т2, но край резекции проходит меньше, чем в 1 мм от опухоли, таким больным показана лучевая терапия на грудную стенку. И лишь в том случае, если у этих же больных край резекции больше 1 мм, лучевая терапия не показана. На каком же этапе проводить реконструкцию? Проведен большой литературный обзор, опубликованный в европейском журнале «Cancer» в 2014 году. В этом литературном обзоре было найдено 640 публикаций, из которых критериям исследования соответствовало 37. Отобрано 2683 пациента. Половина из них с аутологичной реконструкцией, половина с имплантом. Они были разбиты на следующие 4 группы. Это аутологичная реконструкция или реконструкция имплантом после лучевой терапии, аутологичная реконструкция или реконструкция имплантом до лучевой терапии. Надо напомнить, что реконструкция молочной железы должна быть направлена на достижение хорошего эстетического результата при онкологической безопасности пациента. Лучевая терапия без сомнения ухудшает эстетический результат. Поэтому очень важно понять, на каком этапе возникает больше осложнений. Здесь на слайде представлены избранные исследования, оценивающие факторы риска у больных с реконструкцией молочной железы, экспандером и имплантом, по данным большого количества авторов. И здесь одним из ведущих факторов является как раз лучевая терапия и курение. Остальные факторы в меньшей степени влияют. Это имеется в виду возраст, диабет и так далее. Объем импланта, экспандера. Какие же осложнения встречаются? Опять же, по данным большого количества авторов, это гематомы, инфекции, сиромы, фиброз, капсулярный жировой некроз, потеря лоскутов, частичная, тотальная протрузия имплантов. И мы видим, что по данным различных авторов, встречаемость данных видов осложнений может быть от 0 до 60%. Здесь на данном литературном, то, что вот представлен был литературный обзор деления на 4 группы, здесь представлена частота осложнений этих. Что же показал анализ? Что общая частота осложнений была значительно выше для реконструкции имплантов, выполненных после лучевой терапии, почти 50%, по сравнению с долучевой терапией 20%. Частота ревизии в случае реконструкции после лучевой терапии составила 42% по сравнению с 8%, если реконструкция выполнялась до лучевой терапии. Для аутологичных реконструкций не было обнаружено статистически значимых различий между общей частотой осложнений и частотой ревизии. Только частота паренхимального фиброза регистрировалась реже при реконструкции после лучевой терапии всего 3%. Если же это было до лучевой терапии, то этот процент составлял 36%. Для группы с реконструкцией после лучевой терапии фиброз и капсулярная контрактура чаще встречались у больных с реконструкцией имплантом 21% по сравнению с аутологичной реконструкцией 3%. То же самое было замечено при оценке частоты ревизий 42% при реконструкции имплантов по сравнению с 11% при аутологичной реконструкции. Сосредоточившись на более серьезном осложнении потери лоскута, никакого существенного влияния сроков реконструкции выявлено не было. И прошу обратить внимание на 2 следующих слайда. Очень они интересные. В процессе подготовки, когда мы нашли на них представлены алгоритмы для лучевой терапии с реконструкцией молочной железы, выявлен вот такой вот алгоритм.